Да, первый человек, который набил челлендж, уже имеется, и он обогнал всех. Просто всех. Ни Вайдер, ни Биг Танкс, ни любой другой ноунейм, который пытался бы набить данный вообще в принципе челлендж, еще не успел это сделать. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я врываюсь уже со вторым роликом. Да-да, первый человек, который набил челлендж, уже имеется, и он обогнал всех, просто всех. Ни Вайдер, ни Биг Танкс, ни любой другой ноунейм, который пытался бы набить данный вообще в принципе челлендж, еще не успел это сделать. Но это успел сделать Бас, он же царь, ссылочку, безусловно, на его канал я оставлю в описании. Просто жестко выглядит, просто аппетитно выглядит данный хорек, и реально у меня есть желание его набить. Ну серьезно, объективно, это круто, парень реально постарался, набил данный челлендж даже не за двое суток. Просто не за двое суток набить челлендж — это просто что-то с чем-то. Серьезно, объективно, я не видел таких ребят еще до этого в танках, с таких принципиальных, можно так сказать. Это, наверное, вот один из самых таких принципиальных людей вообще в принципе, который сумел сделать что-то нереальное. Вот и серьезно, если бы мне кто-то сказал, что типа он один в соло проиграл столько времени и при этом всем деле набил данный челлендж за такое маленькое количество времени, я бы серьезно никогда бы не поверил. Но так как я знаю этого человека, я знаю, на что он способен, я видел, какие безумные вещи он делал. Это просто жесть. Это первый игрок, который набил данную Хорнета рельсу. И вот именно это сочетание будут хотеть все, а у него это получилось сделать первым. Первая Хори рельса, Легаси, уже есть. Это круто. Я даже не знаю, что еще можно было добавить. Я думаю, что в принципе такой ролик явно должен в себя включать розыгрыш боевого пропуска. Поэтому, ребят, если вы хотите получить халявный боевой пропуск, все, что вам нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк данному ролику и в комментарии под данным видеороликом написать свой никнейм. Все довольно-таки просто, ничего сложного нету. Ну а сейчас мы, я думаю, катанем каточку. Ну и после нее откроем то количество контейнеров, которые у меня уже, к слову, имеется. 700 звездочек своих я набил, но... А данному человеку я могу только респектовать. Обязательно поддержите его подпиской на канал. Ссылочку, безусловно, я оставляю в описании. Ну, реально, парень молодец. Он сделал все довольно-таки круто, быстро, аппетитно, нагибаторски. Обогнать всех на легенде. Вы просто представьте, это легенда. Это тебе не мульт, на котором у тебя будет вооружение. Условно, там, круче всех, там, всяких М2-шных, там, фулл прокачанных парней, которые играют именно-таки на сержантах, покупая всякие разные комплекты. Этот парень сделал все на легенде. С принципиальными какими-то командами, которые бывают нагибают. Бывают еще какие-то ситуации такие не совсем крутые получаются. Но он сумел это сделать, он, безусловно, красавец. И именно таки вот такими людьми, ну, хочется вообще, в принципе, гордиться. Да, я понимаю, что он уделил много времени игре, но, в общем и целом, он красавец, он сделал то, что он захотел сделать, и доказал всем, что на легенде можно это сделать еще быстрее, нежели делать это все дело на мультах. Не искал легких путей и добился того, чего у него, в принципе, получилось. Ну а что касаемо данной катки, не знаю, мы уже летим, безусловно, мои звезды потихонечку тоже набиваются, ну не с такими, конечно, супер-мега крутыми скоростями, у меня не так все круто в этом плане получается, но 700-очку уже свою набил, скоро получим уже красочку Лиана, будет тоже довольно-таки неплохая аппетитно-нагибаторская краска, которая в принципе уже вторая будет анимированная за данный челлендж. Ну, вы же знаете, что, в принципе, для меня данные краски не имеют особого значения. У меня нету какого-то особого принципа поиграть именно таки в них. Но так, чисто для коллекции, почему бы и нет, почему бы и нет. Надеюсь, что с контейнеров сейчас, которых мы с вами вместе откроем, выпадет что-то еще намного-намного таки круче. Потому что у нас там 20-очка имеется. Это значит, что с 20-очки может явно что-то годное дропнуть. Будем надеяться, конечно, на какое-нибудь там крутейшее свечение с каким-нибудь нереально крутым вооружением. Но не знаю, с какой частотой вообще сейчас падает какое-то крутое именно такое красное, например, свечение или легендарочка. Но
как-то так все это дело делается. Ну и, блин, безумно приятно смотреть вообще на данную хорирельсу, серьезно. Вот именно вот этого вооружения не хватало к данной рельсе, и когда рельса у всех появилась, все такие думали, что? Чё за хрень? Как вообще можно с этой рельсой играть? Как можно играть с этой пушкой, которая вообще в принципе не сочетается ни с чем? Вот с чем она сочетается, и я безусловно об этом говорил, что она будет отлично сочетаться с тем хорьком. Даже его, если не ошибаюсь, чуточку переделали. Здесь немножко подрисовали именно такие углы. Раньше углы на данном хорьке были, если не ошибаюсь, такие более прямоугольные. Сейчас их немножко подскруглили, и вот такие вот аппетитные они, в принципе, получились. Но на той красной красочке, на огненном, как там, огненный демон, если не ошибаюсь, краска называется. Сейчас почекаем, дабы фигню какую-то не сморозить. Как у нас называется данная краска? Да, огненный голем она называется, огненный демон. Нифига себе, я уже новое название краски даже придумал на ходу. На огненном големе она более как бы сочетается. Ну, в принципе, даже на тех же лианах. Да я думаю, что если бы у меня, если у меня она будет на чемпионе, это будет сочетаться еще более аппетитно нагибаторски. Жалко, конечно, что сейчас уже нету кислоточки, но я думаю, что она скоро у нас, безусловно, конечно же, появится, но посмотрим, посмотрим, как у нас все это дело будет обстоять. Я уверен, что не так много людей вы вообще сможете увидеть на каких-то аппетитно-призовых красках с данным сочетанием, ну, может, в рандоме где-нибудь попадется, но чтобы это все можно было пообозревать, безусловно, таких ребят вы, я думаю, что не найдете, поэтому скоро мы с вами все это дело, конечно же, тоже сделаем. Ну а сегодня откроем сейчас супер-мега-крутейшие нагибаторские контейнеры, которые у меня сейчас уже накопились. И будет довольно-таки круто, если бы нам что-то годное бы еще бы ко всему этому делу дропнуло. Особое. 23 штуки, нифига себе у меня уже накопилось. Открываем. Ух ты, ё-моё, да ну нафиг. Вы прикалываетесь? Начитать с легендарки, хоть и это Prodigy 2.0, но все равно начинать с легендарного свечения, это что-то с чем-то просто. На тебе легендарочку, на слови, приколись, короче, называется это как-то так ситуация. Второй контейнер, но явно здесь сейчас не будет что-то годное прям такое дропать после легендарного свечения, но все же легендарка. Prodigy 2.0, ну как бы я понимаю, что это как бы Prodigy 2.0, которая ни о чем, но в общем и целом довольно-таки круто получается. Довольно-таки круто получается, и начинать с легендарочки. 3 дня премом. Ну, к моим 2 годам премки, в принципе, добавить 3 дня тоже неплохо. Тоже пойдет. 100 всех припасов, нарка мне безусловно нужна. Это, блин, вообще, как я могу без нарки? Без нарки мы никуда, без нарки вообще дела никакие не делаются. Ну и пятнашечку давайте тоже по одному открывать будем. Я не думаю, что стоит сменять эту схему, открывать тут пятерки, еще что-то. Краска Мексика, ну это явно какая-то нагибаторская полезная краска, которая мне явно в следующих каких-нибудь катках или турнирах пригодится. Ну ладно, про это я вообще не буду, в принципе, много ничего говорить, там все понятно. 3500 кристаллов, отлично, хорошо дропает. 5 золотых. Если сравнивать, конечно, с предыдущим открытием, которое у нас было на мальке, которое открывали 50 контейнеров, там, конечно, дропало намного таки лучше. Семерочка у нас остается с белыми свечениями, 125 мин. Самый лучший контейнер, который только может быть у нас в игре, это 125 мин, безусловно. Безусловно, 125 двойного урона. О, 125 ремки, ебой, неплохо, неплохо. Еще 125 ремки, 2 контейнера есть, может что-то хорошее? Ух, фиолет, нифига, 100 тысяч кристаллов я видел. Нет, фиг лиловый, а почему мне показалось, что у нас кристаллы прибавились? Ну ладно, что-то мне глюкануло. К слову, эффект лиловый на твинца, это не такая плохая ситуевина. У меня на твинца уже будет 4-й цвет, нифига себе, 4 цвета на твинца. Это прикольно, это прикольно. 2 свечения, не таких плохих у нас, в принципе, было за данное открытие. И последний контейнер, и 50 батареек. 2 свечения довольно-таки неплохо, в принципе, получилось. Бывают, конечно, контейнеры падают и получше, но в общем и целом я могу сказать, что это довольно-таки неплохое открытие. Поэтому, ребят, набивайте, продолжайте челленджи. Данный человек может уже спокойно отдыхать с набитыми 2000 звездами. Мы, конечно же, будем все это дело с вами вместе продолжать, безусловно, если не подписались. Ну, ребят, ну... Я редко, когда прошу у кого-то что-то сделать, но на данного человека надо обязательно подписаться, ну, серьезно. Если вы
смотрите челленджи, если вам нравится всякая такая движуха, то обязательно поддержите парня. Также не забывайте про конкурс, который мы делаем на боевой пропуск. Нет боевого пропуска, это не проблема. 300 лайков набираем на данном ролике, и боевой пропуск мы разыгрываем. Вот такой вот ролик у нас получился. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он вам понравился. Всем спасибо, пока.